Так, ребятки, вот у нас еще один красавчик, который продает на 10 за 15 тысяч. Вот, и что они еще делают? Они хотят, чтобы вы им отослали email-адрес, чтобы благодаря этому email-адресу вам, типа, пришла ссылка на UX-доставку. Это бред, не присылайте им свои адреса. На UX нет такой услуги. Вы просто галочку ставите, и сразу у вас доступна услуга UX-доставка. Такого нет. Видите, даже написано как-то по корявому. Ой, вы мне скажете, точно купите или интересуетесь? Да, ну давайте куплю за 13. То есть он мне написал за 15, не меньше. Тут уже за 13. Вот. Хорошо, я могу скинуть, сейчас оформите, то есть опять же быстро, чтобы завтра, когда я пойду на работу, уже выслал. Да-да-да. Что он вам вышлет в кулечке? Что-то там непонятное? Вот, скажите почту свою, требует почту, хотя это абсолютно не нужно, эта почта. Я захожу на его объявление на Уиксе, да, вот, 15 тысяч без доставки. Он мне скидывает, типа, у него, то есть всеми моментами дурит. Типа, у него есть купить с доставкой, да, на его сайте. Хотя я захожу на тот же сайт, там нет купить с доставкой. То есть, возможно, он когда-то сделал и сделал скрин. Вот, потом убрал, потому что эта ссылка UX им невыгодна, да, они не отправят устройство, у этих мошенников нет этого устройства. На самом деле на сайте, еще раз скажу, да, нет UX доставки абсолютно. Что они делают дальше? Тут они, конечно, чуть-чуть тупят. Ай, пишет, ну смотрите, галочка стоит у меня тоже, у вас не отображается, я захожу в редактирование, в общем, лапшу на уши вешает. Пришлите мне просто ссылку, я куплю сразу. Ну, я уже знаю эту схему. Присылает ссылку olx.ua, и тут слэш должен стоять, тут не точка. И на левый сайт мне отправляет. Вот. Точку так, ну, допустим, да, вот, переходим. Переходим на эту ссылку, открыть ссылку. Пускай уже будет так, ладно. И сразу на доставку, да? Я не хочу сразу на доставку. Я хочу назад. Вот видим, да, 13 тысяч там стояло, быстренько, хорошо. Я спешу. Ну, а почему, у Эликс стоит 15, а тут 13 тысяч. В общем, дурят конкретно, и сразу видно, как дурят. У них объявления все одинаковые у мошенников, да? Типа, продам новый Samsung, куплен в Москве, у них такая фишка появилась, что типа, купили в России, многие так пишут. Телефон они постоянно меняют, официальная гарантия, без царапин и сколов, торга нету, обмена тоже, но это уже такие более опытные. Да, на самом деле, видите, он мне спокойно торг аж на 2000 опустил. Картинку он взял непонятно где, на ресурсах интернета, и все, и теперь этим орудует. Официальный сайт 15 тысяч. Вот у нас 15 тысяч. Ссылочку мне скинул на 13, красавчик. И вообще, у UX нет таких ссылок. Добрый день, за 13 садите 15. Ладно, давайте, отправляйте запрос. И все-таки он уступил мне на 13. Если он сейчас опустит на 13, его объявление сразу удалят. Моментально. Мы поможем этому сделать. Это мошенник. Это уже будет вторая часть мошенничества. Третий человек, который хочет меня надуть за 2 дня. Сразу видно, да, сразу. Они тут толком ничего не пишут. Быстрая доставка у них бывает и стоит, бывает и не стоит. Но хотят продать срочно. Куплен в Москве, но это явно без каких-либо дополнительных требований. Просто вас дуют. Вот, и ничего не оформляют. Ну... Все, молчок, не знает, что ответить. Другой, конечно, изворачивался перед этим. Изменил мне стоимость на OLX, поставил быструю доставку, и через пару минут его объявление удалили. Вот, видим, да? Тут быстренько отвечал, быстренько, а тут он... Телефоны не могут менять постоянно, поэтому нет смысла спрашивать. Если он опустит сейчас цену, поставит быструю доставку, его моментально
заблокируют. Потому что 15 тысяч для этого телефона — это более-менее реальная цена. 13 сразу блокируют. Гриша, как их еще можно найти? Объявление обычно вчера опубликовано, да, потому что долго эти объявления не висят, пользователи делают так, что их удаляют. Быстро отвечает. И на OLX они с февраля или с января 2019 года. Сразу мошенник. Бывает, еще они еще какую-то услугу продают, да, какой-то товар. И опять же, пишут срочно. Поэтому, ребята, не ведитесь. Очень жалко ваших заработанных денег. Очень жалко. Это ужасные люди. Просто ужасные. И видим, мы их вывели еще раз на чистую воду. Вот такая ерунда. Пишет мне: вы уверены, да, что там 13, не 15? Конечно, я уверен. Правда, тут скрин чуть-чуть, он сейчас может заметить. Хотя они такие туповатые. Умные люди этим заниматься не будут, что у меня тут запись экрана идет. Я уже не стал ничего менять, то он уже себя в угол загнал. Вот наш мошенник поудалял все объявления. Да? Умник. И на улице сегодня его объявление тоже удалили. Все, они долго не живут. Он идет покупает себе номер и опять начинает дурить так же людей. Будьте осторожны.